Савелий Сергей и Новик Евгений. Город Минск, Беларусь. Ребят, добро пожаловать. Привет, привет, хеллоу. Всем здрасте. Тут, а тут попроще было. Там привет, привет, хеллоу, а тут всем здрасте. Я переводил. Всем здравствуйте, да. Как дела, ребят? Хорошо, вы отлично. У нас были. Да, мы давно не были, вот решили вновь посетить прекрасный Киев. Спасибо вам. Короче, деньги закончились, да? Да. Что обозначает 0,8? 80. Хотелось бы столько выиграть. Это максимальный приз другой. Удачи вам сегодня. Да, спасибо, она нам понадобится. Итак, Сергей и Евгений из Минска начинают свое выступление. А мы посмотрим. Представьте, работница ЗАГСа устроилась работать в суд. Сегодня корабль по имени Максим заканчивает свое плавание по реке Свобода. Теперь он будет плавать в бассейне закрытого типа. Хорошая идея, хорошая. Смешно. Там еще есть, но мы продолжим новую вещь. А зачем? Так может быть есть смысл продолжить ее на минуте? А потом опа и все, я видела, девушка чуть не прилетела. 1000 гривен у вас есть? Вы пойдете на 5000? Да. Да. Поехали. Дорогие друзья, в канун новогодних праздников многие подрабатывают Дедом Морозом, и порой на всех не хватает костюмов. Приходится выкручиваться. Итак, в квартире. Ну что, мальчик, хорошо ты вел себя в этом году? Хорошо, но у вас, походу, другая информация. Ну, становись на табуретку, рассказывай стишок. Отче наш, Иисусе Христе. И вот уже 5000 гривен. Вот сейчас смешно, когда смерть подглядывает в листочек. Что дальше? Ну мы что этот еще... Это вообще, это что-то, знаешь, это какой-то писатель на старости лет, типа Хемингуэя, должен был такое написать. Смерть подглядывает в листочек. Уважаемая смерть. Да-да. Ребят, мы продолжим? Ну, этот же номер мы продолжим. И... Этот номер продолжим, значит, я запускаю новую минуту. Итак, на кону 10 тысяч. Да нет, 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 другой стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Бабушке 73, дедушке примерно столько. То, что выбрали меня, это подло и жестоко. Да ладно, сынок, расслабься, я к тёще пришёл. Вера Николаевна, здрасте. Друзья. Итак, представьте, тренер настраивает своего подопечного по боксу. Он сказал, что ты ничтожество. Я убью его. Он сказал, что переспит с твоей женой. Я разорву его. Он сказал, что ты слабак. Я уничтожу его. Он сказал, что он опозорит тебя на весь город. Тренер, у меня закончились глаголы. Друзья, двигаемся дальше. Представьте, моряк дальнего плавания вернулся домой. Да, дослушайте вы наконец до конца. Я Марина, а Кристина переехала, понимаете? Да ладно тебе, что ты, а? Я вам засчитываю 10 тысяч гривен, но с одним условием. А, мы должны дальше пойти? Давай тогда что там глянем. Давай вот это, угу. Успеем же? Конечно. Ну, железно. Итак, под аплодисменты зала я напоминаю, что ребята выигрывают на данный момент 10 тысяч гривен и пытаются удвоить эту сумму. Пожелаем им удачи. Поехали. Друзья, сейчас стало очень много курсов разных странных языков. Итак, представьте курсы пенсионерского языка. Семеновна, ты посмотри, что эти изверги сделали. Привет, Семеновна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Внученька, как же идет тебе это свадебное платье? Куды? Корова, стой, не иди в огород. Куды? Дед, стой, положи бутылку на место. Ой, я уже скоро помру. Кажется, за столом образовалась неловкая пауза. Представьте, парень ну совсем не понимает намеков. Лен, ну в общем, мы с тобой посмотрели все фильмы, мы с тобой перемерили все твое нижнее белье, я тебе сделал массаж, ты мне сделала массаж.
Мы проверили твою грудь на предмет опухоли, вроде нету. Я переустановил тебе Windows дважды. Ты показал мне принцип насоса. Я зачем-то кинул палку в окно. Хорош! Давай, все! Ну, ход смешной. Вообще, ход смешной, идея смешная. Ребят, ну и какой-то шаг. Какие-то всего 60 секунд разделяют вас от звания победителей нашей игры. Я думаю, что мы будем честными ко всем, уважаемые дамы и господа, уважаемые ведущие. Нет. Уверяю вас, мы еще приедем. Надо расти. Да, чтобы получить заветные 50, поэтому... Забирайте 20 тысяч, спасибо. Мы вас поздравляем, молодцы. Спасибо. Спасибо огромное. Мы считаем, что все получилось очень классно, потому что те акценты, которые мы оставили, и те вещи, которые мы рассчитывали, они как раз-таки и зашли. И мы достигли заветной суммы, ну, конечно, не выше, но тем не менее.